вот это ничего себе! Итак, всем привет, с вами Вяльцев Илья, АК Самурай, White Dogs Family, специально для First Dan Channel. Пятый урок по хаосу. Учимся, запоминаем, становимся лучше. Всем пиз, смотрим. Итак, мы продолжаем. Это пятый урок по хаосу. И сегодня я вас познакомлю с таким элементом, который называется воп, который потом перекочевал в такой некий стиль, как вакюм. Что вообще это в целом такое? Был хаос, был стампинг, было все. И появился такой, как воп. Что это такое? Это прокачка, когда в хаосе стали добавляться руки. То есть люди стали танцевать, им захотелось что-то делать руками, и они стали это делать. Но в хаосе появилась ритмика. Как базовый элемент, воп имеет свою базу и свою ритмику. Поэтому, чтобы его научиться делать, мы с вами должны научиться делать приблизительно вот такие движения руками. Да, обратите внимание, вот они. Вот, видите? Хоп, 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 хоп. Хо-хо. Теперь, как мы только научились вот так махать своими руками в разные стороны, мы пытаемся их синхронизировать с ногами. Ноги у нас работают вот так. Вот так. И еще вот так. Что вы делаете? Вы приседаете и накладываете вот такие махи руками в стороны. Вот вы делаете в разные стороны. В принципе, вы можете делать как хотите. Куда хотите, можете делать по кругу. В принципе, вот такое движение вам нужно научиться. Я вам показываю полный фристайл. То есть вам он имеет определенную ритмику, которую вам нужно научиться. А это какая? Еще раз. Это приседание вниз. То есть ваше тело попадает в определенный кач. Вот в такой. И разброс, синхрон с ногами. И получается вау. Вниз. Что бы вы ни делали, это движение имеет свою определенную ритмику. Окей, как только вы научились делать вап, мы попробуем сделать такое легкое движение, которое из вакюма. А что именно? Мы попытаемся делать шаги. Обычные шаги. Как они выглядят? Научились это делать, вы можете спокойно ехать. Вы добавляете движение вап. Да, а именно. Какие хотите в это движение, вы добавляете, но ноги двигаются вместе с вами. Итак, еще медленно. И вы делаете движение, и на него накладываете ваш ритмический рисунок. В принципе, это и будет ваша связка на сегодня. Итак, я продолжаю вас знакомить с хаосом, плыть в протяжении истории и музыки. Итак, первое движение, которое мы будем с вами делать, это, как и в хип-хопе, движение вниз и хоп-хоп. То есть мы делаем назад, назад, вперед, вперед. Окей? 5, 6, 7 и ха-ха-ха-ха. Окей? 5, 6, 7 и назад, назад, вперед, вперед, назад, подняли. Еще раз делайте назад, подняли, опустили, встали. 5,
6, 7 и назад, назад, вперед, вперед, назад, подняли, хоп, встали. И еще раз, 7 и назад, назад, вперед, вперед, назад, подняли, хоп, встали. Как это выглядело чуть-чуть быстрее? 5, 6, 7 и хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-стоп. 5, 6, 7 и пум-пум-пум-пум-хоп-хоп-хоп-стоп. 5, 6, 7 и ха-а-а-а-а-а-а-стоп. 5, 6, 7 и а-а-а-а-а-а-а-стоп. Окей. И отсюда вы начинаете делать то движение, которое я вам показывал. Оп, целую восьмерочку. Итак, еще раз. Пиц, пиц. Вы делаете движение вот такое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стоп. 5, 6, 7 и открыли, закрыли, открыли, закрыли к себе, петли, стоп. И получается вот такая вот телега. И ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, стоп. 5, 6, и вот движение к себе. Я сделал просто, я думал, к себе. 5, 6, 7 и ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, стоп. И соединяем с самого начала. 5, 6, 7 и назад, назад, вперед, вперед, назад, ки, стоп. Окей, в узло. Ака Самурай, Y-Dogs Family, ту-ту-ту-ту, специально для First Dance Channel. Peace!